театре ЛДМ в городе Санкт-Петербурге на афишах мюзиклов «Чудо-Юдо» и «Мастер и Маргарита» используют изображение актрисы театра и кино Анастасии Макеевой. Артистка расторгла контракт с данным театром еще в июне 2023 года. «В настоящее время мы можем наблюдать на официальном сайте театра и на сайте билетных операторов продажу билетов на мюзиклы, где изображена артистка. И на деле этот факт вводит зрителей в заблуждение. И это уже не первый случай. Люди присылают очень много сообщений, что столкнулись с данной ситуацией, и вот одно из них. Добрый вечер. Сегодня я самая счастливая. Я купила билет на мюзикл «Мастер и Маргарита» в Санкт-Петербурге на 6 марта. Прилечу из Башкирии, как я мечтала попасть и увидеть вас. Я больше там не работаю. Мне очень жаль. Приезжайте на другие мои проекты. Спасибо. А реклама вас показывает. Афанасьева Ирина обманывает людей и не убирает мое изображение, за что приходится подавать на нее в суд. Подобная ситуация уже происходила. Хозяйка театра уже предоставляла недостоверную информацию о мюзиклах, используя имена зарубежных артистов. Якобы Спейси готовится исполнить в мюзикле на Бродвее роль Воланда. Фотодоказательство присутствия артиста на представлении предоставила компания Makers Lab. Однако изображение, вероятнее всего, оказалось смонтировано. Голливудский актер Джим Керри сыграет роль Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита» в Санкт-Петербурге.